Ну, вот это я называю дорожкой номер один в моем рассказе. Она так называется. В общем, это... Что-то я тут не тот ракурс выбрал. Сейчас вы подумаете, что тут не заповедник, а одна сплошная помойка. Нет, нет, друзья. Вот уже даже, вот смотрите, вот даже вот тут вот уже это видно. Это видно, насколько здесь все хорошо. Так, ну сейчас я... У меня, значит, мое семейство, которое сейчас меня приютило в данный момент, они все пошли на турбазу всем скопом, а всем скопом это 5 женщин, которые со мной там. 5 женщин, они друг друга несколько раз пересчитали, дали мне пересчитать, что, в общем, это совершенно определенно, что их именно 5. В общем, все они ушли. Так, значит, вот. Вот так ты можешь являться хозяином того, хозяином чего ты не являешься. Все ушли, ключ у тебя. И совершенно не обязательно себе покупать коттедж в собственность, чтобы вот сейчас, так как я, взять, да и прийти туда, и по-хозяйски открыть дверь, кинуть куда хочешь свои брюки, пойти спокойно. Достать, что хочешь, с холодильника, распахнуть широко холодильник, что хочешь, достал. И, как говорится, ну вот просто это все школа жизни, друзья мои. Поскольку джинсовая жизнь, она нацелена на то, чтобы упростить жизнь. Не то, чтобы ее упростить, а сделать ее легче, легче. Ну, насчет интереснее не знаю, потому что вообще понятие интересного, оно у меня довольно такое. Как бы так скажем, я не гонюсь за интересным. Это не моя цель. Спросите, почему? А я это уже объяснял. Вот канал «Джинсовая жизнь», он блюзовый канал. Блюз и понятие интересного, это совершенно параллельно. Они никак не коррелируются. Блюз – это 3 аккорда, которые повторяются и повторяются, и тебе хорошо только от этих 3 аккордов. Вот что такое блюз. Поэтому понятие, что скучно, это мне вообще не свойственно, потому что я блюзовик. У меня всегда в душе звучит блюз, и мне всегда никогда не скучно. Вот, скажем так.